Музей военной истории Азербайджана провели праздничное мероприятие, посвященное знаменательной дате в жизни страны – столетию вооруженных сил Азербайджана. Участники мероприятия в своих выступлениях отметили, что ровно 100 лет назад были созданы вооруженные силы Первой демократической республики на всем мусульманском Востоке. Это событие стало одним из самых важных в жизни страны на пути к утверждению своей государственности. С приходом советской власти вооруженные силы страны были упразднены, а офицеры и военные служащие были призваны в ряды советской армии. После распада Советского Союза республика смогла вновь вернуть свою независимость и былую мощь своим войскам. А 26 июня в стране отмечается как День вооруженных сил Азербайджана. Участники мероприятия также подчеркнули, что сегодня азербайджанская армия достигла большего развития по сравнению с другими постсоветскими странами. Благодаря нашему правительству, нашему общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в стране были созданы и доведены до высшего показателей вооруженные силы, благодаря которым мы смогли остановить кровопролитие, захват наших территорий, и благодаря чему был заключен режим прекращения огня. Наши вооруженные силы – это гордость нашей страны, гордость нашего народа.